Здравствуйте. Это время криминальных новостей. Программа «Зона X». Мы подводим итоги недели. Что ж, вначале о спортсменах, которые вроде бы все равны, но, как если вспомнить Оруэлла, некоторые равнее. Принимали допинг и не стыдятся этого. Смотрим на них под другим углом, поднимаем острые социальные вопросы. И вот основные темы выпуска. Добрый день. Мы находимся в Логойске на Бизон Рейс. И сейчас произойдет жесточайшая операция по задержанию главного контрабандиста. По нашей информации, он распространял по всем участникам Бизон Рейс. За мной. Никому не двигаться! Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Никому можно руку! На пол! Товарищи! Пожалуйста, пожалуйста, помогите! Избивали, душили, сожгли заживо. Но мне дедушка приснился. Показал, что сначала меня били, потом душили. Смотрим, мощная ставка. Смотрим. Это не мое. Отборнейший афганский. Это мука. Дальше смотрим. Дальше смотрим. Нет, нет, не делай этого. Это понятые, понятые, пожалуйста. Таблетки. Понятые, пожалуйста, подходим. У меня гипертония. Сейчас мы опробуем. Это слабительно, не пробуй. Отборнейший. Помогите, бля, мои колени. Встаем. 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 Пожалуйста. Что он такое сделал? Сам только что видишь. Помогите.